Пауэрспорт формирует не только железные мышцы, но и железную волю и железный характер. Занимаясь этим видом спорта, вы подтянете фигуру, укрепите мышечный каркас, улучшите силовые показатели, избавитесь от проблем с осанкой, прокачаете координацию и гибкость. Сегодня хочу рассказать о технике жима лежа. Это одно из основных движений в пауэрлифтинге. Здесь помимо силовой тренировок и правильного питания важна техника. Она помогает сохранить спортивное долголетие, избавить от травм и в разы увеличить жим. Часто люди не сводят лопатки, не работают над мостом и отрывают затылок. Это приводит к большой амплитуде, травмам плечей и отсутствию нормального результата в жиме лежа. При правильно поставленной технике у нас значительно уменьшается амплитуда, нагрузка переходит на нижнюю часть груди, она у нас сильнее, и в работу включается сила ног.